достала из Канады шузы. Моднее, чем саламандра, прочнее, чем сапоги из кирзы. Нехай увидят гои, как у всех на глазах. Я буду по субботам в синагогу ходить в шузах. От бабушки Ревеки шуза, от бабушки Ревеки. Даже на равине нету и в помине таких. Бабушка Ревека прислала из Канады шузы. Теперь в любую стужу конечности не будут сизы. Пусть Зусман свирепеет и иней на ушах, а ноги сладко преют и потеют в этих теплых шузах. От бабушки Ревеки шуза, от бабушки Ревеки. Вся Россия в снеге, а ноги будут в неге. Я письмо отправлю за моря и реки, в Калгари, Канада, бабушке Ревеки. К ней его доставит спецавия почта. В том письме спасибо бабушке за то, что бабушка Ревека прислала из Канады шузы. Как ты в узах?